Ален, ты вот iPad домой брала. Кто им пользовался, а? Ну, кто, кто? Я, сестренка и кошка. Кто? Кошка, ну что тут такого? Что такого? Да ты посмотри, она его поцарапала всю теперь. Вообще, зачем ты кошке iPad давала? Ну зачем? Чтобы поиграла, ей же тоже хочется. Во что? Вообще-то есть много игр для котов на планшетах, но мы играли в приложение Game for Cats. Одно из первых с исторической точки зрения приложений для котов Game for Cats состоит из трех игр – лазерная указка, мышка и бабочка. За каждое попадание лапой по цели кот получает 100 очков. Коту в принципе все равно, но хозяин может поделиться результатами воспитанника в Фейсбуке и Твиттере. Моя, кстати, кошка неплохие результаты показывает. И все равно я больше тебя iPad не дам домой. Вот пусть твоя кошка лучше смотрит рубрику «Найдено в сети». Раз уж в планшетах разбирается, значит и она ей понравиться должна. В некоторых странах, например, в США, создаются специальные лагеря для людей, страдающих гаджетозависимостью. Главное условие участия в таких вылазках в настоящую реальность – полный отказ от техники и интернета. Никаких смартфонов, планшетов и социальных сетей. В течение нескольких дней взрослые учатся заново общаться друг с другом и природой без виртуальных помощников. Желающих побывать в таком лагере набирается очень много. А мы умеем правильно использовать все достижения новых технологий в нужное время, в нужном месте и, главное, в нужном количестве. О том, что еще интересного и полезного мы узнали в интернете, смотрите в нашей постоянной рубрике «Найдено в сети». Планета.ру – сайт, на котором найдет поддержку любой интересный проект. И не только виртуальную, но и вполне материальную. Здесь общими силами финансируются самые разные идеи. От записи альбомов начинающих групп и создания мультфильмов до сбора средств на строительство детских площадок. Так что, если вы хотите сыграть роль в появлении и развитии новых звезд, это онлайн-площадка для вас. А если ваш собственный проект кажется вам еще более интересным и значимым, то обязательно воспользуйтесь возможностью. Регистрируйтесь, оставляйте описание и становитесь успешным стартапером. 3experta.kz – простой и полезный сайт для тех, кто любит новинки в области техники. Здесь понятным языком рассказывается о гаджетах, приложениях и новейших разработках. А делают эти обзоры три разных автора, каждый со своим характером, предпочтениями и потребностями. Поэтому статьи получаются объективные и веселые. Никакой рекламы, никаких лишних ссылок, зато очень дельные советы и множество полезной информации. Искусство и литература стран Центральной Азии – это богатейшая коллекция шедевров, не всегда, к сожалению, известных. Благодаря ресурсу literatura.kg ценители качественной литературы могут познакомиться с современными авторами Кыргызстана. Сервис работает на русском и кыргызском языках. Здесь собраны практически все произведения, созданные писателями, поэтами и драматургами за годы независимости республики. Более того, на сайте вы найдете искусствоведческие работы, учебную литературу, труды по краеведению, сборники и хрестоматии. Все произведения доступны для онлайн-чтения абсолютно бесплатно. Единственным условием является отказ от их коммерческого использования. Если вы тоже знаете интересный сайт или сервис, вы можете поделиться им с нами, просто отправив ссылку нам на почту matrix@internews.kz.